Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поделиться своими взглядами на карту «Затерянный город». Раньше она использовалась в киберспорте, но теперь ее сделали и переработали для рандома. Раньше она была такая пустынная, желтенькая, теперь она пустынная, но какая-то белая. Чисто визуально так ее оформили. В целом мне эта карта нравится, поскольку я частенько играю на СТ-шках и ЛТ-шках, особенно на СТ. Играть на этой карте очень легко. Визуально, если посмотреть на эту карту, то видно, что город у нас такой длинный посередине, но в целом небольшой. Состоит всего лишь из 6 больших домов и 5 длинных. Если я играю на тяжелом танке в эту карту, я, конечно же, действую по ситуации, но начальные действия я для себя уже выработал. Если это стандартный бой, я подъезжаю к началу города между больших домов и просто играю от рельефа. Не еду в середину, никуда не спешу, поскольку если я въеду в середину, я откроюсь под прострелы с большинства кемперских позиций, которые находятся вокруг, на холмиках и в кустах. И меня будут расстреливать не только в самом городе, но еще и вокруг карты много прострелов по центру этого города. Да и в каждую улицу тоже с каждого холмика с красной линии есть тоже прострелы. Поэтому давить куда-то в центр не особо. Конечно, по ситуации, если так будет надо, я поеду вперед. Если мы там выигрываем, либо нам какой-то фланг продавили и нет выбора, придется ехать вперед, конечно, да. В режиме штурм мне меньше нравится играть на тяже, поскольку мы уже играем с другой стороны города. И город для нас становится уже не длинным, а узким. И въезжая в этот город, ты начинаешь подставляться буквально чуть ли не сразу. А если тебе продавили какой-то фланг, то тебе начинают простреливать бочину. И на тяже как-то не особо приятно находиться в штурме на этой карте. Приходится просто выживать. Если мы играем на СТ или ЛТ, то выбираем любой фланг и просто едем туда с союзниками и играем от холмиков, кустиков. Рельефов на этой карте вокруг города очень много. Играть очень легко и приятно. Мне очень нравятся рельефы вокруг города. Давить в любое направление мне очень легко, поэтому мне эта карта в основном и нравится, поскольку я часто играю на СТ-шках. Также, если вы играете на ПТ, то ничего сложного тоже в этой карте нету. Очень много всяких прострелов, становитесь сзади СТ-шек или ЛТ-шек и просто накидываете, помогаете им в том направлении, куда они поехали. Также, если вражеские тяжики глупенькие и начали давить город, они под вас подставятся и вы тоже постреляете. В принципе, карта довольно-таки простая. Тяжики дефятся под городом вначале и пытаются выжить, никуда особо не лезть. СТ-шки и ЛТ-шки крутят карту вокруг, вдоль красных линий от бугорков, от кустиков, а ПТ-шки сзади всех стоят и накидывают. В принципе, карта играется довольно-таки легко и просто. Поначалу у меня были к этой карте вопросы, поскольку я на тяже пытался поиграть поагрессивнее, заезжал в середину, но это не приносило ничего хорошего, поскольку в середине там вообще ничего удобного нету, а прострелы, куда ты подставляешься, их миллион. На удивление, это вторая карта из новых, которая мне более-менее хоть немного зашла. Еще мне нравится карта Штиль, что нельзя сказать про остальные новые карты, которые мне ни разу не понравились. Да и остальные переделанные карты, которые картошечка попеределала из старых в новые, якобы вождишные, тоже слабо мне заходят. Удивительно, что эти карты мне хоть как-то зашли. Пишите в комментариях, как вы играете эту карту, нравится она вам или нет. Также еще давайте посмотрим, что у нас происходит в бою. Это у нас польская десятка, тяжелая, и я весь бой простоял в начале города, как и говорил. От башни я стал и просто стою от рельефа проезжающих вражеских глупеньких тяжелых танчиков, наказываю своей большой альфой. Остальные фланги наши союзники там где-то сдерживают, где-то они пытаются атаковать. В принципе, в бою у нас все хорошо, все нормально, плюс-минус. Мы немного по счету проигрываем, но пока что все хорошо. В целом, я отыгрываю так, как и говорил. Если бы я играл эту карту, наверное, первый раз там или второй раз, то я бы уже как-то поагрессивнее куда-то въехал бы там вперед, налево, направо, еще куда-то.
Но поскольку я на этой карте уже поиграл, то я просто стою здесь. Во-первых, у меня танк с долгим КД, и мне куда-то там атаковать, даже с союзниками, что-то неохота. Тем более на этой карте я вообще не вижу смысла куда-либо там въезжать, потому что я проеду вперед и откроюсь под ПТ-шек, которые находятся с другого фланга, с правого, и они мне будут просто накидывать. Если я поеду там куда-то влево, упарюсь, то мне тяжики заедут сзади. То есть куда бы я ни поехал в этом городе, мне будет не очень. Я подставлюсь в перекрестный в любом случае, куда бы я ни поехал. Ехать на фланге на моем танке тоже такое себе, поскольку я очень медленный. И если мне придется куда-то убегать, либо сильно быстро атаковать, я просто не успею ни то, ни другое. Поэтому... этот танк как нельзя, кстати, подходит для того, чтобы постоять в начале города, по моей тактике для тяжей, просто постоять. Постоять от рельефика и от крепкой башни наносить свою большую альфу. На меня немножко подавливают вражеские ТТ, я пытаюсь сильно назад не отъезжать, поскольку там уже нам продавили один из флангов, и если я сильно назад отъеду, мне начнут накидывать сзади. Поэтому я... подавлю немножко вперед. Я не сильно еду пока что вперед, но пытаюсь сильно назад не откатываться, потому что на карте я вижу, что там уже проезжают ПТшки, и даже уже и визуально так посмотрел, что да, все, назад отъезжать уже нельзя. Хоть врагов спереди больше, но я стою дальше здесь, пытаюсь что-то сыграть, что-то танкануть, где-то дать свою альфу. Спереди еще фош, и сзади я на карте вижу, что еще и тяжелый танк мне в корму едет. Поэтому это сигнал для того, чтобы мне атаковать уже до конца вперед. Поскольку сзади уже врагов больше, чем спереди, поэтому я еду туда, где безопасней. А безопасней там, где врагов меньше. И я приезжаю в бочину к советской ПТшке. Сзади едет тяжелый танк, сбоку еще фош. Я стою и не еду вперед, поскольку, в принципе, эта ПТ-шка меня может добить. И сзади тут две арты закидали. В принципе, такой вот бой. Но я последнюю альфу свою еще дал. И, в принципе, отыграл этот бой неплохо. Самое главное здесь было выжить до конца. И увидеть, где будет проще, дать еще пару тычек. И это принесло нам, в принципе, победу. В группе ВКонтакте можно подписаться на рассылку, чтобы не пропускать стримы. Вам будут приходить уведомления ВКонтакте во время начала стрима. Также делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Варчик, играть красиво, пока!